Здравствуйте, я буду рассказывать сегодня, что у меня в сумочке. Вот у меня такая вот барсетка вот кожаная. Вот так вот. Вот. Вот здесь вот ремешок, вот такой вот ремешок. Вот этот, чтобы его носить можно. А тут брелок вот такой вот. Это линейка вот такая вот. На всякий случай измерять любому мужчине нужно. Сейчас я вам буду показывать, что у нас. Тут платочек на всякий случай. Вытирать очки, протирать. Так, у меня еще есть блокнотик. Вот такой вот блокнот. Есть у меня. Есть у меня водительские права. Вот такие вот водительские. С календариком. Есть у меня вот такой вот блокнотик еще раз. Вот тетрадка такая, блокнот. Есть у меня здесь ручка гелевая, вот такая вот. Вот. Вот так. Есть у меня календарик опять. Так. Есть у меня МТС Коннект. Это не бог. Бумажки с паролями всякими, с документами. Есть у меня заставки суши, Есть у меня шоколадку, вот такая вот, приглашает меня. И самое главное, что должно быть у всех людей, деньги. 320 тысяч лежат. Данки Мюзик. Данки Мюзик. Вот такая вот. Еще у меня есть вот сумочки мои. Вот. Эклипс Карма. Жвачка. Так. Еще у меня есть телефон. У каждого должен быть телефон. Кому-нибудь если звонить, вот такой вот у меня телефон. Samsung. Вот еще так. Есть у меня бумажки вот такие вот. Есть у меня ключик от барсетки закрывать. Я когда на улицу выхожу, я всегда закрываю барсетки. Мало ли что, бандитов там много же. Возьмут у меня сумку, а фиг откроют. Вот так вот. Так, есть у меня еще барсетки. Вот, я вам зову показать модем вот такая вот. Есть у меня еще. А, я вот самое главное, потайной карманчик, видели? Да. Тут карточка Киномакса. Карточка Крэзи Парка. Ну это на всякий случай. Просто когда я еще ребенком был, сохранилась. Когда еще ребенком был, представляете? Вот карточка еще одна. У меня их три. И календарики опять. И красная ручка вот эта. Вот такая вот. И три. Вот такая вот еще вот. Так, еще у меня на всякий случай этот есть. Боксетки. Перекись водорода. Это всегда должна быть в сумочке. Всегда должен. Я вот недавно поцарапался, и кровь у меня пошла. Я взял латочку и замазал перекись водорода. Вы не представляете, как это больно. Я еще вот прошу вот такие вот носовые платочки с собой. С звездочкой пахнут. Ну что вам показать? До свидания.
Меня зовут Лёва. Я живу в городе Москве. И мне 18 лет. До свидания.